Спонсором сегодняшнего выпуска является AppCen. Это сервис, где платят реальные деньги и бонусы за установку бесплатных приложений. Создатели сервиса разработали 100% систему зачислений денег, платят за все установки. Деньги можно выводить на счет мобильного телефона или потратить на платные игры. Можно купить iTunes, PS4 или Xbox карты, а также вывести деньги на WebMoney или Яндекс.Деньги. Есть техподдержка, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и решает любой вопрос. Выплаты уже составляют более 10 миллионов рублей. Подключено уже более 500 тысяч пользователей. Над сервисом работает команда из 20 человек. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я покажу очень простой, но очень вкусный рецепт приготовления роллов канапе из лаваша с красной рыбой. Для их приготовления понадобится тонкий лаваш, 200 грамм слабосоленой красной рыбы, 100 грамм сливочного сыра, длинный свежий огурец, зелень, помидоры черри, маслины без косточек, лимон и шпажки. Для начала нужно нарезать рыбу на тоненькие ломтики. Зелень нужно мелко порубить. Огурец нужно нарезать на тоненькие полоски. Берем кусок лаваша шириной 30 и длиной 40 см. Намазываем его поверхность сливочным сыром. Посыпаем поверхность зеленью. Сверху выкладываем ломтики рыбы. Так как рыба соленая, то класть ее нужно не особо много. Затем идут огуречные полоски. Аккуратно заворачиваем лаваш вот в такую колбаску. Эту колбаску нужно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы лаваш пропитался начинкой, стал сочным и мягким. Теперь можно разрезать маслины пополам. Аналогично нужно поступить с помидорами черри. Лимон разрезаем на кружочки. Кружочки разрезаем вот на такие треугольнички. Вынимаем лаваш из пищевой пленки, разрезаем пополам, складываем половинки и разрезаем еще на 6 частей. Теперь при помощи шпажки скрепляем получившиеся роллы с помидором, лимоном и маслиной. Получаем очень аппетитный и вкусный ролл канапе. Такой красотой можно отлично украсить любой праздничный стол и порадовать своих гостей. Причем готовить такое блюдо намного проще и быстрее, чем традиционные японские роллы. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.